Работы по устранению последствий паводка в Северском районе продолжаются. От разгула стихии пострадало Новодмитриевское сельское поселение. По старому мосту можно судить, как разлилась река Шепш. По словам очевидцев, вода накрыла мост высотой более 10 метров полностью. На помощь пострадавшим от паводка жителям направились волонтеры, специалисты служб, казаки. Они помогают вымыть дома и выбросить испорченную мебель. Регулярно людям привозят питьевую воду и пропитание. Сейчас требуется любой вид помощи. Семьи лишились всего того, что зарабатывалось годами. Что-то могли вывести, поднять, подняли на лодке, в окно там эти какие вещи успели скинуть. Ну, час 40 всего. Люди, вон с Краснодара казачки приехали, спасибо им, да. Там еще батюшка Трофим говорил, там женщины придут мыть. Ну, сейчас пока им тут убрать надо, чтобы хоть подойти можно было куда-то. А потом уже мыть, сушить. Ну и дальше смотреть по ходу, что делать, как. На местах подтопления регулярно работают местные и районные власти. Также пострадавший от разгула стихии территории посетил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Штриков. Он пообщался с жителями и вместе с главой района Адамом Джеримом проверил ход ликвидации последствий. Все работы стараются завершить как можно быстрее.